Всем добрый день! В этом видео хочу вам показать простой способ дать подпитку всем растениям и цветам в феврале. Данная подкормка простимулирует рост и пышные цветения. Она поможет вылечить у растений хлороз, остановит пожелтение листьев, сделает листья более зелеными и яркими. Она повысит иммунитет у растений, улучшит корневую систему и почвенную микрофлору и запустит яркое и продолжительное цветение. Данная подкормка делается из молока. Молоко содержит множество витаминов и минеральных веществ, таких как калий, кальций, магний, йод, натрий, железо и многие другие. Поэтому такая подкормка будет очень полезной для растений. Чтобы сделать подкормку, в 1 литре воды нужно развести полстакана молока. Сюда же можно добавить 2 чайные ложки золы. Но даже без золы это будет отличная подкормка. Поливаем таким раствором цветы под корень. А чтобы улучшить эффект и запустить наверняка цветение, такую подкормку можно повторить 2 раза с интервалом 10 дней. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.